что там никто пройти не мог. То есть, если я украду из мусорки то это воровство... То есть, подождите, секунду, позвольте уточнить. Если я из мусорки что-либо беру, блядь, это воровство? Там деньги лежат. В смысле? Прикинь, вы сейчас идете на мусорку на улицу, начинаете там рыться, да, как бомж, и внезапно полиция подъезжает и вас, ну, скручивают. Вы, типа, воруете. Чё, блядь? Вау. Реально сложно.